Чили-Вили. Страдальцы с большой дороги. Режиссер Пол Смит. Художники Лес Клайн, Эл Коу. Сценарист Хомер Брайтман. Композитор Уолтер Грин. Продюсер Уолтер Ланц. Ты точно хочешь опять ловить попутки на север? Или, может, вернемся домой на юг Чили? Нет, пойдем на север. Эй, там грузовик едет, Чили. Мелкая душонка. Ага, дешевка. Вот еще один едет, Чили. Вот туристы едут, Чили. Я спрячусь в кустах, а ты знаешь, что делать. Лестер, посмотри, какой славный пингвинчик. Да чего ж потешный. Может, подвезем его? Ага, запрыгивай, приятель. А, с ним медведь. Ах, чтоб тебя. Не сработало, Чили. Ну вот, это плохо. Пойдем на своих двоих, дружище. Полковник Подшот, классный охотник. Еще один грузовик, Чили. Смотри, как я буду действовать. Солнечный удар. Видели вы таких глупых медведей? Опять не сработало, Чили. Я так не думаю. Тупой медведь. Местные новости. Из Чикагского зоопарка сбежали белый медведь и пингвин. Судя по всему, они будут добираться на Северный полюс на попутках за поимку награда. О! Награда? Эй, ребятки, вас подбросить? Чили, он нас зовет. О боже, наконец-то! Добрый день, ребятки! Я полковник Подшот. Очень приятно, полковник. И мне тоже. Будьте как дома, забирайся. Спасибо. Ха, попались! Ты слышал, что он сказал? Кажется, мы в ловушке. Ух ты! Мы заперты, Чили. Придумай что-нибудь. Есть идея. Ну, так и быть, только быстренько. Не задерживайся. Они сбежали. А ну, вернитесь, спрячемся на лесопилке. Быстро в грузовик, или я с вас шкуры спущу. Водопад? Только не это! Пойдем, Чили. Ой, он возвращается. Придумай что-нибудь, Чили. Есть идея. Полковник Подшот, вас к телефону! Да? Отпускай, Чили! Thank you.
Вот что, умники, руки вверх. Марш в грузовик быстро. Поехали домой, Чили. Ладно. Последние новости. Пропал известный мастер спортивной охоты, полковник Подшот, нашедшему гарантированного вознаграждения. В последний раз его видели на Северном шоссе. Конец.